Ребят, привет всем. Ну что, видите, какой у меня тут бардак. Только что тут батарейку вставлял в часы, найденные недавно. Что хотел сегодня вам сказать? Хотел сказать, что у нас очередной розыгрыш. И у нас очередной розыгрыш ноутбука. Решил я провести еще два розыгрыша. Это будет у нас ресивер и ноутбук. А почему решил? Потому что у нас по донатам срослось неплохо. За последние пару дней там был стрим, и на стриме один человек задонатил прям аж 100 евро, хотя сразу написал, что в розыгрыше он не участвует, так как, видимо, ему ничего не нужно из того, что мы разыгрываем. Вот, но тем не менее, вот такой вот он сделал донат. 100 евро, ребята, вообще уму непостижимо. Вот, поэтому это дает нам возможность сделать лишних два розыгрыша до Нового года. И в одном вы увидите розыгрыше, там будет девайс, ресивер или усилок. И второй розыгрыш, это у нас вот такой вот компьютер. Компьютер от фирмы Medion. Модель его P6624. Вот так вот он был найден. В неплохом состоянии внутри. И вот в таком состоянии снаружи. Ну, то есть, в принципе, нормальный. Ну, как нормальный? Зачетный. Вот. Мы его можем даже включить, посмотреть. В принципе, все у него работает. Фарш у него стоит iCore 3, Windows 7 там был, но, по-моему, уже переставили. Вот. Так, что там? Тут пресс 11. Ага. Вот так вот. Ну, короче, ноутбук грузится, Windows 7 здесь стоит. Можно переставить, конечно же, на 10. Вот, но это будет делать уже сам победитель. Я тут, короче, ничего менять не буду, потому что все равно в России, в Украине, скорее всего, будет переделываться все на русский язык. Поэтому, в принципе, мне здесь делать нечего. Закрываю вот так его. Вот. И можно, в принципе, уже упаковывать, готовить к отправке, потому что розыгрыш этим видео мы объявляем официально открытым. Вот. Объясняю еще для тех, кто недопонимает. Лайк, подписка. Плюс комментарий под этим видео со ссылкой в ваши социальные сети на репост этого видео. Все, я, по-моему, очень так популярно и доступно объяснил. Поэтому всем вам, ребята, желаю удачи в розыгрыше. Ну и до следующего видео. Не болейте.